Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Rogue. И я все-таки решил продолжить него бегать, потому что, ну, мне игра очень понравилась. Плюс как-то и сюжет захватывает. Ну-ка дай. Это не ром. Это вода жизни. Какая еще вода? Виски. Один черт, это помои. Murder? Мари хочу. Она такая добрая, светлая душа. А где встретил-то? На ее свадьбе. Пролез и на праздник попал. Я бы сказал, в переплет ты попал. Да, идея не из лучших. Пацана надо кончать. Не-не-не-не-не, спокойно. Как бы вас кончить так, чтобы вы не дернулись? Но я думаю, это лучший вариант. Ну вот и все. Бомба — хорошее оружие. Особенно если хочешь избегать стычек. Так, это мне надо наверх, по идее, подняться, да? Да-да-да, карта где-то здесь. Соберем, почему нет? Вот это да! Что там? Какое-то нагромождение. Ладно. Совсем потом. Так, а на стену я смогу забраться или нет? Но осмотреться тут явно стоит. Только за два выстрела. Ну ладно. Достал и ладно. Так, что-то у нас там есть. И внизу что-то есть. Но для начала все-таки вышка. И как мне туда взобраться? Хм.
Блин, это уже такой нормальный порт, хоть он весь в развалин. Нет, в море я пока прыгать не собираюсь. Я сначала соберу все бонусы, которые я смогу достать на этой карте, то есть сундучки тут всякие. Я обычно спидраню в своих прохождениях, потому что хочется побыстрее все это пройти. Но нет, не в этот раз. Как мне спуститься-то туда так поаккуратненько? Потому что если я отсюда прыгну, то... вряд ли я поднимусь. Да, там отвесная скала, но мне надо. Вот, а вот вниз я все-таки спуститься хочу. И как мне это провернуть? Если я отсюда упаду, я скорее всего умру. А ладно. Еще легко и просто. Че это? Какое-то письмо? Там внизу? Ляха-муха, ладно. Надеюсь, я тут до воды долечу. Порядок. Не-не-не-не-не, прекрати. Наверняка что-то полезное, но не знаю, нахер оно. Он что-то позаанимутся, может мне об этом рассказать. А вот, карта там. Блин. Ну да, конечно, чё это. Открывай. Я думаю, тут на берегу больше ничего нет, поэтому лучше вернуться все-таки к кораблю и продолжить свое движение в правильном направлении. Потому что оползать эти все... Надать скорости! Не-не-не-не-не-не-не-не. Меньше ход! Убавь парусы! Вперед, Шей! Встретимся в форте! Не сметь, не сметь. Не сметь никуда отходить. Местных-то я уже тут положил немножко, чтобы не дергались. Но они агрессивны при виде ассасина. Королевского флота, видимо, невидимо. Я так думаю, чтобы от французов не отставать. Их тоже полно. И кого думаешь тут больше? Пока англичан везде понемногу. Испанский флот побольше будет. Ну вот и все. А вот тут оружие. Я ведь прав? Меч викингов. Не знаю, зачем вы собираетесь замечать мне
речь. Мех-то покупают? Ну вот, что? Взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр. Что-то я до сих пор не догоняю, в какой временной ипостаси это все. Это до гражданской войны или после? Хорошо, миссия пройдена, замечательно. А, вот, вон оно как. Ладно. Как вы мне прикажете эту штучку ловить? Что тут еще в этом городе есть? А ничего нет, еще одно сокровище и фрагмент. Ради них я уже прям лазить по всему острову не буду. Хотя можно было за тем фрагментом подняться еще раз на башню, да и хер с ним. Это уже не так важно. Так, подожди, а куда это ты меня ведешь? Ладно. Капитан ведет! Так куда нам дальше? Туда, где копался Лоуренс Вашингтон. Лайм, кажется, ты наконец хоть чем-то доволен. Он тамплиер и политик. Почему доволен? Так, поднять якорь! Почему шевалье помыкает нами, как ему вздумается? Мы ассасины, как и он. Просто он более опытен и места эти знает. Логично, что он руководит. Ну, он и до этого постоянно мной командовал. И он что, ищейка, что лучше знает места? Шей, имей совесть. Он меня не уважает, Лайон. Я рискую не меньше, чем остальные. Может, даже больше. Но пойми, шевалье тщательно обдумывает каждое решение. Он очень опытен, так лучше для... Что там за улучшение? Улучшение Морриган. Можно больше ядер таскать. О, корпус. И пушки. И носовые пушки. Так, в следующем порту я ее улучшу. Интересно, сколько еще опыта мне набрать, чтобы самому решать, что и когда делать. Клянусь, Лая, порой мне кажется, что в детстве я был взрослее, чем теперь. Мы спали, где придется, клянчили еду. Но хотя бы сами решали, где и когда. Чё за херня? Почему тут лед? Спустить все, кроме гротов! Гроты убрать! Давай-ка паруса спускать! Поворот. Якорю! Как море! Ща я сплаваю, посмотрю, что есть. Пингвинчики! Ой, твою мать. Тут можно замерзнуть, прикиньте, ебона мать.
Вот это реализм. Ты что, где-то на скале, что ли? Да нет. Или все-таки да? Да. Хорошо. Вернуться на корабль. Поймаем ветер! Поднять паруса. Погнали. Паруса отдать! Круче к ветру! Буря! Шей! Все в порядке. Смотрите оба, ясно? Что там за корабль? Шхуна. Эта херня не видна. Что там происходит? Ой, они между собой воюют. Япона, мать. Да, Ривер Вэлли. Так что, тут и переходы есть большие, да? Нихера себе. Ладно, поплыли. Так и быть. Вашингтон, по идее... Ну, не знаю, где бы он сейчас мог быть. В Нью-Йорке или в Бостоне. Я просто не могу что-то понять, в какой временной рамке, где мы находимся, собственно. Одна единственная проблема. Неопределенная дата всего происходящего. ...1752 год. Мне 750-ми годами только... Война Рота, под проводом дать! Богдана Вперед! Хмельницкого. Барселя, брамселя, бомбрамселя, леселя! Да упокойся. Сейчас мы тут запаркуемся в этом в ближайшем портике. И юмор будет в том, капитан, что... Капитан, это поселение Грейстоу. Риф, барселя и брамселя! Трави! Трави! Причалить. Чё, одни враги, да? Bluefish, tuna, sea trout, all fresh. Чё, как дела? Видимо, ты хорошо себя чувствовал. А нафига мне спускаться, если я могу тут пробежаться? Такс. Ну, вот и корабельных дел мастер. Что вам предложить? Предложи-ка мне улучшение этого замечательного корабля. Нихера себе, еще больше. Пожалуй, портовых орудий. Еще можно бортовых орудий. Нихера себе, блин. Тогда мне нужно бабло. Тяжелые ядра. Мне нужно бабло. Так, что это у нас? Больше ядер. Трюм заполнен.
это мне пока не нужно. Я даже не знаю. Давайте еще на что пустим. И тут 8000, тут 8000. Да? Давайте вот на нос. Все равно это будет уже топовое улучшение. То есть тут уже улучшать будет ее некуда. Да, я пускай почти нищ, но это не так важно. Да, 500 франков потратим, ничего страшного, зато все ядра имеются. Ну, я бы сказал, уже получше, значительно получше. У нас стало больше пушек, мы стали покрепче. Спасибо за доверие. Давайте пойдем еще сундучки подыщем. А это что за место, собственно? Почему оно так отображается? Непонятно. Ладно. А, они на меня не агрятся, значит все нормально. Я знаю, что такое таверна. Сейчас мы ее разблокируем. Started up from work in the docks, lovey. Give us a kiss. Пошел ты, блин. Да я самого денег нету. Надо как-то быстро подзаработать. Остров довольно большой, судя по всему, да? Да нет, хотя, ё-моё, охотничьи испытания, да где-то сундуки. Ладно. Пойду отбегу. Всё-таки. Хочется осмотреть, что всё-таки есть на этом острове, чего тут нету. И я там уже видел, что открыт Не, нихера. Это не подойдет. Как же мне туда подняться? Ай-яй-яй. Спокойнее. Спокойнее. Эм.
Вы же, товарищи колонисты, не против, что я тут немножко похозяйничаю? Надеюсь, что нет. Не хотелось бы вас убивать. А ты что, издеваешься? Ладно, не будем тогда собирать эти сраные фрагменты анимуса. Теперь давайте напоследок заглянем в магазинчик. И что это все-таки за место? Хотелось бы знать. Непонятно, ну ладно. Тук-тук, открывай. Так, продажа грузов. Что я могу тебе продать? Я могу тебе продать камень. Нет, не весь, конечно. Ой, он дешевый. Металл. Да это все для улучшения идет. Блин, я не буду этого продавать. Клинки. Ты какие клиночки-то? Вот это я бы взял, знаете ли. Аля, красота какая, а? Сабля-Альтаир. Ой, катана, ё-моё, вот это классно. Вот это мне бы подошло, но оно только за Uplay продается, к сожалению. Блин, круто-круто. Вот это я бы взял за 13 штук. Но, к сожалению, ничего такого не могу. Пока что. Можно прям пиратский скимитар или подкоплю немножко. Пистолеты, что по пистолетам есть? Ну, я небольшой любитель пистолетов, поэтому как-то так. Ладно, хорошо, будем знать, что нужно копить денежки и на корабль, и на оружие. Отсюда. Просто красавец. Чё, капитан, искупался? Капитан, искупал! Роты по ветру! Ох, корабль-то стал покрепче сильно. Мы идем против ветра, конечно. Сэр, впереди два изгиба. Там много наших союзников. Давайте заглянем. Буря! Шей! Рифить все марселя! Мы сейчас ударимся о скалу! Успокойся. Я все контролирую.
Опустить паруса! Закрепи снова. Ветром их здорово потрепало. Так, что здесь? Есть тут смотровая точка какая-то, нет? Сдохни. Так. То есть эту башню можно снести, да? Забавно. Будем знать. Ты тоже отдыхай. Я убиваю, потому что могу. Давай, говори. Темплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон. Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. Принято. Разузнай, как можно больше. Подготовлю Морриган. Я понял. На. Тогда давайте возвращаться и по-быстренькому сделаем все дела, которые, о которых нас просят все-таки. Надеюсь, это принесет мне денег. Чё? У тебя проблема, что ли? Hold there! Will you die with honor? Да? You like him! Охеревший, что ли? Средь белого дня нападать. За такую дерзость вас вообще кончить бы надо. Как я, собственно, и поступил в этой ситуации. Все, не отвлекайте меня, я вообще на свой корабль бегу. Блин, побольше бы табака. Табак хорошо уходит. По хорошей цене. Надо будет где-то торговый суда найти. Отдать гроты! Немного удачи. И мы выйдем прямиком на него. Удача — это миф, Лайм. Туман. А Вашингтону ее не хватает. Осторожно, Шей. В этих водах полно. Убавить паруса! От бури! Охотничьи угодья. Так. Твою мать, фрегат. Есть. Корабль! Ну что же, затаимся. Лоуренс Вашингтон — богатый делец, рабовладелец, тамплиер. Мы сбились со следа год назад. Мне удалось узнать, что он на Барбадосе, но я не мог проверить. Королевский флот! Так. Так, по-твоему, выходит, что он связан с кражей артефактов, да? Не исключено. Гаити недалеко от Барбадоса. Яростный. И возвращение Вашингтона в колонии явно связано с артефактами. Контроль тамплиеров в колониях недопустим. Как бы ни было, Лоуренс Вашингтон должен умереть. Я позабочусь об этом. Так и быть. Все парус... Отдать Марселя и бомбрам. Нагитовы!
Спустить паруса! Отдать гроты! По ветру! Уходим. Уходим. Нас носит к берегу! Все нормально. Капитан, блокада! Нам не пройти. Шей, догоняй корабль по суше. Понятно. А ты проведи Морриган в обход. Понял. Найди сверток и Вашингтона. Тоже мне блокада. Давай же, Хей. И помни, что я сказал. Вашингтон должен умереть. Да понял я. Почему он сказал, как будто это... Прям такое пиздец важное дело, которое я могу запороть. Я ведь не первый раз уже на деле. В чем дело? Почему он мне не доверяет? Да и вообще, братство что-то как-то странно реагирует на нашего пацана. Есть. Причалил. Ладно, обойду. Уемаю. Нет, не хочу. Не хочу, не буду. И не заставишь, и пошел вообще в жопу. You there! Huh? You won't shake us! You! Get off there! It's right down my barrel. Давай, давай, быстрее. Ух ты, ёб твою мать. Мудак, сам. Можно подплыть. Hold you! You! Stop! You're done for now! Какие у вас были шансы, а? Так, и что это? Винтовка? Ружье? Эй, ты! Стой! На месте. Невероятно. Оно беззвучное. Беззвучный ствол? Благодарю. Офигеть. Мастер Вашингтон. Вот это мне подходит реально. Духовое ружье. Как-то это странно. Не такого я ожидал. Найду Вашингтона,
и расспрошу его. И где же мне искать этого мудака? Там еще фейерверки шарашат, поэтому, ну, типа, вообще. Он абсолютно беззвучно, никто даже внимания не обратил. Бля, что ты делаешь? Ладно, давайте так найдем. Не знаю. Охрана строже некуда. Капитан добавил людей. Что же это за прием такой? Кто знает. Мне сказали только, что хозяин Лоуренс Вашингтон. Он же богач? Ха, как и половина гостей. Как же мне добраться туда? Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Я понял. Шлепнуть вот этих пацанов. Since Cressy, I'd wait. You'll be shitting through your teeth soon. Hey, get up! Stop calling Твою мать, я вообще не то хотел сделать. Я хотел вот этого прибить с лету, а того потом добить. Ладно, хер с ним, надо было дротик тратить. Сейчас исправим. А вот, теперь можно синхронизироваться. Может, я просто к краю не подошел. Вон, ну что, беда. Ладно, сейчас сделаем. Вроде ничего сложного. Пацанов вот этих почикать, которые... Сначала надо найти Вашингтона. Артефактами займусь потом. Вижу.
Брат, может, тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Вон оно как. Господа. Хорошо. Похоже, у них прием. Похоже, важные гости. Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью. Оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. У меня есть два имени. А вот кто этот черный в очках зеленых, это хер его знает вообще. Вашингтон едва держится на ногах. Лайм, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Ты опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно, мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда, а значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Да не так уж там все коварно, я думаю. Не так все однозначно. Вот черт! Надо бежать. Да. Надо вернуться на Морриган. Лайон, надеюсь, ты привел корабль. Ух ты, ёб твою мать! Это нет. Что, мортира? Это не смешно! Пошли в шопу. Докладывай, что там? На, поступи! Быстрее, быстрее! Нас подбили! Это я уже понял. Кэп, мы разобьемся. Вахта, Кэп. Свободу, гро... Нас задели! Обрасопить рейх ветру! Быстрее! Огонь! Паруса отдай! Только скажи мне! Они нас... И в щепки! Да! Готовы! Поляк, сэр! Попали, сэр! У нас пробойно! Бли! У них подкрепление! Готов к бою! Так, а где тут выход-то? Да, будем уходить в эту сторону. Замечен враг, сэр! Дендер! Это шахты Георга! Их много, сэр! А ты думаешь, я не знаю?
Мы оторвемся. Они нам не по зубам. Поляк, сэр! Нас задели! Мы должны уйти. Мы должны уйти. Снаряд! Лоуренс Вашингтон. Твою мать. Ты разочарован. Он был настолько болен, что сам умер бы через месяц. Еще там были два тамплиера. Работали с манускриптом и шкатулкой. Артефакты у них? Не знаю. Да Япон, возможно, уже затрахал. Я не уверен. Ты сделал для братства то, что должен был. Мы найдем их потом. Выше нос. Мы не часто доставляем тамплиерам столько бед. Ну да. Но Лоуренс Вашингтон, похоже, не слишком большая потеря для них. Или они хотят, чтобы ты так думал? Но мы ушли, по крайней мере. Хорошо, что я корабль успел улучшить. Будь осторожен, жуткий ветер, Кэп. А то бы нас разъебали. Наверняка. Духовое ружье. Это интересно. Воспоминание разделено. Сколько времени прошло? Пара месяцев. Вирус перекрыл доступ к полным воспоминаниям. Все перемешалось. В колониях скоро начнется 7-летняя война. Все внимание на ассасинов. Сделаем, что сможем, верно? Поместье так мрачно с тех пор, как мисс Абигайл и Коннор умерли. Да. Я видел, как Ахиллес плачет. Разумеется. Да, но он же не грустит. Он в ярости. Я не понимаю. Справляется с потерей. Как и все. Осторожней, Шей. Держитесь! Заряжено! Ли! Там снаряды! А? Убавить парус! Я знаю, но столько времени прошло. А мы только и делаем, что ищем чертову шкатулку и манускрипт. В носовой части кончается порох. А ну хватит! Бах, такая... Рот отдать! Вперед! Давайте-ка охотник знает что-то о шкатулке. Они, шевалье, ждут нас в Сент-Джоне. Шевалье, да? Ну вот, теперь я снова безутешен. Хорошо. Это было очень и очень просто. Тем более кораблик у них небольшой. Дерево, камень, плюс один экипаж. Давай 750 монет. Держись! Отдать гроты! Ахиллес сказал, что с артефактами можно попасть в места силы. О чем это он? Сам толком не понимаю, Шей. Я много говорил об этом с Адевали. Он думает, что шкатулка может, ну, показывать слова и образы. Как волшебный фонарь? О чем ты? Ну, знаешь, такая штука. Отец Коннелли показывал нам в церковном подвале. Ящик, внутри него свечка. Впереди стеклянные пластинки. А на стене появляются изображения. Брик. Римский собор,
Совсем как настоящий. А, да. Наверное, похоже. Только еще переводят слова из манускрипта. Представь, что на пластинках латынь, а мы видим перевод. Как такое возможно? Кто знает. Боюсь, мы никогда не поймем, как работают частицы Эдема. Готовы! Убавить парусов! Блин! Залп! Куда пропал мальчишка с порохом? Огонь! Есть! Таран! Гроты по ветру! Они совсем близко! Огонь! Они даже ничего нам сделать не могут. Блин! Возьмем их на абордаж. Лайм, где в мире самые красивые девушки? Зависит от понятия красоты. Красавица Скорфу и красавица из Осло разные, как день и ночь, но... Но обе оба мили. Красивы, да. Обе девушки замечательные. Хорошо. У Брига вообще не было никаких шансов. Я его, во-первых, застал врасплох, во-вторых, ну, вообще ни о чем, ну, вы сами видели. При экипаже тяжелые ядра, металл, камень. Спустить на дно за 1000. Вот 4000 есть, уже могу какие-то там сабельки купить. Вот такие фразы и создают репутацию мудреца. Да, спасибо. Материалов там не а хватит. А я бы сказал в Гаване. У девушек там прекрасные ноги и груди, и самое главное, они не боятся их показывать. Но не думай, что я хочу обидеть наших дам. Надеюсь. А самые милые девушки в Галуэе, простые и честные, и всегда угостят тебя выпивкой. Если что. Да что ты. И еще девушки из Лиссабона. Они собирались стать монашками. Темноглазые и благовоспитанные. Класс. Жаль, я португальского не знал. С другой стороны, мы мало разговаривали. Вот такие фразы создают человеку сомнительную репутацию. Черт, это круто. Еще парусов! Реально, разговоры вот первого помощника, то есть боцмана и капитана, это просто победа какая-то. Тут они стали куда интереснее, и вот... Блять, у меня что, член экипажа выпал, что ли? Вот, и теперь они стали, во-первых, куда интереснее, а раньше веселило меня в долгих плаваниях, вот именно вот таких вот, лишь... Кто там плавает, блять? Таба. Будь осторожен, шутки ветер. Ой, блять, там Линка. Охуеть. Погнали, повеселимся. Блин, там вообще какая-то война страшная. Ого, добыча! Ты наш пацан. Убавь паруса! От бури! Огонь!
готовы! Поймаем ветер! Капитан! Готовы! Они нам не по зубам! Пли! Вот этот еще нам враги, не по зубам? Нагитовы! Мы разобьемся! Убавляй! От ветра! Наполни каждый дюйм! Пли! Их подселяй, на абордаж! Если это возможно, на абордаж. Там будет лютое мясо, конечно, но я согласен. Ради такой добычи я согласен. Твою мать, вот этого я не просчитал. Вы все пойдете хорошо. Давай, 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 давай. Веселая драка, очень веселая драка. Наверх, пора заканчивать. Давай, должен быть способ. Ах ты ё-моё. Нихера ж себе. Твою мать! Держись! Фу! Ё-моё! Это было довольно экстремально. Да, после битвы за такой корабль... Стрёмно, конечно. Экипаж мы теряем. Не попал.
понял. Все, флага больше нет. Все. Че вы там говорили? Он нам не по силам, да? Ареалы, дерево, металл, камень, табак, мортирные ядра, горючее масло, экипаж. Избавиться от вражеского корабля за 1500 монет. И, по-моему, это было круто. Это серьезный корабль. Спустить паруса! Ловим ветер! Улучшить корабль. Вот шутки шутками, а это был серьезный корабль. Еще парусов! И у меня уже 7 косых, и я еще табак не продал. Это что? Это линкор. Охереть. Ладно, сейчас доберемся до бухты. Почти на месте, капитан. Охотник ждет нас. Да. И шевалье. Невелика плата за то, чтобы найти шкатулку предтеч. Я согласен. Вроде это груз, сэр! А корабль у него Пороост великолепный. Как он называется? Ой, ебать, тормозит нахуй. Бросить якорь! Давай, ребята! Капитан! Отдать гроты! По ветру! Трави на гитовы! Паркуйся. Бросить якорь! Колесьте паруса! Ну что, паруса все готовы? Так, давайте-ка улучшим кораблик. Или это не улучшение корабля, это магазин? Пэлмэтсо, ауфэйи! Да, давайте продадим тогда груз. Табак дешево уйдет, потому что его мало. Камень, металл, дерево. Это я ничего продать не могу. Да и могу, но не хочу. Так, ну что, будем собирать 13 тысяч или все-таки возьмем... улучшение для корабля, а потом же сами будем прибарахляться, потому что я могу взять вот эту вот хорошую херню, этот шотландский палаш, и будет мне норм. Давайте лучше на корабль, потому что все-таки корабль это дело святое. Так. Там, по-моему, нельзя у него лучше, да? Да, надо найти место. Твою мать. Не держит заложников, что я могу поделать? Yeah.
Премного благодарен, сударь. Хорошо, даже замечательно. Странный тут какой-то город. Очень кривой и неудобный. Это больше осадная крепость, чем город. Ладно, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом закончим. Это я что-то опять собирался. Люблю я ассасин. Вот. Люблю. Ничего не могу с собой поделать. И мне нравится играть в Роги. Реально нравится. И пока и морские сражения, и сюжетик. Оно все замечательно и как-то гармонично, что ли. Очень нравится. Очень. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Всем спасибо. Всем пока. До новых видео.